Поехали. Черт. Ну все, и мы играем с топом Варакана. Так, эта раздача против топа Варакана плохая. Но я, к сожалению, сейчас не смогу ответить на вопросы, поскольку я уже в турнире. Поэтому пока будут турнирные партии, я не буду играть. Ой, не буду отвечать на вопросы. В принципе, стартовая рука нормальная, да, против? Против агры немножко можно постоять. Ну, уже есть харшул у нас, на самом деле. У нас с вами есть титан, что не может не радовать. Так, не будем играть Find the Way, я хочу ему Silence дать. Надеюсь, сейчас не будет. Хотя бы в предыдущий ход давайте, я сильно ошибся. Да, сейчас будет молоток. Да, и теперь уже поздно ему Silence давать. Да, надо было не этого играть, а сразу Сало кидать вниз. Хотя все, молоток был. Ладно, ставим Титана. На маг-то есть много дек, поэтому очень разные. Ванквиш, надо же. Роним. Ладно, у нас есть харшул, у него старт в руке, нет протектов. Весь варкрай ушел сюда, что неплохо, да, то есть мы убили варкрай. За землю мы с вами потом пойдем, пока мы опустим его на землю, на земельку. То есть у него есть торч, либо есть +3/+3 в руке. Да, торч. Плита, однако. Однако плита. И это ужасно. Надо делать одного гиперблокера. То есть, возможно, у нас еще есть шанс, что мы тут... Че, он раскачку дает? Нам все пропускать нельзя. Все равно пропускать нельзя с вами. Причем придется даже маршала отдавать под это слишком опасно. Семерка, семерка, семерка. Давайте посмотрим, есть ли у него там что-нибудь просто. Нет, вот этого. Нет у него ничего. Он блефовал. У него нет никакого быстрого заклинания. Это плохо. Нам надо какой-то ответ найти на воздух с вами. То есть надо либо Вальку, либо его засалить как-нибудь надо. Но тут Валька в три хода нас убивает. Еще один аверсир. Мистик. Ладно. Есть шанс подровать что-нибудь. Угу. Отлично. То есть это пусть стоит. Он, конечно, опасный. Нам надо воздух убрать срочно. Да, у него все карты анимированные. Он играет все время Ракана, он может себе это позволить. То есть по воздуху очень опасно.
Еще плита. Что такое? У меня серьезный турнир. Ну вот, первую мы слились. Теперь у нее еще будут дракончики в сайде и протекты. Ну, две плиты, это здорово. Так. Смотрим, что нам тут против него не надо. Дикей, возможно, против плиты, кстати. Вполне возможно. Так, водокомбу мы не пойдем. Стьюдинты, кстати. Нужны ли стьюдинты? Нет, стьюдинты он все-таки по воздуху. Он воздушный. Стьюдинты нам не нужны. Такое ощущение, что у нас первая рука самая нормальная была. То есть нам массовых не нужно, массовых протектов. Нам хватит простых протектов. Против пушек нужен ли нам дикей? Давайте мы уберем мистика одного. Возможно, нам здесь не нужны харшрулы. Хотя протекты нам нужны своих защищать. Хотя нет, в принципе, что у него, ванквиш только? Да нет, два протекта нас не спасут. В магазине, наверное, нет. Так, два протекта нас, наверное, не спасут. Хотя ванквиши, если мы дойдем до этих, мы есть, в принципе, маршалов. Да нет, маршал нам, наверное, здесь не нужны. Вот так вот вообще одного. Лучше засадим два протекта и дикей от пушек. Ну, он что, он, наверное, протекта засадил. И Soulfire Drake'ов засадил, скорее всего. Ну, сильнейшим везет. Раз плитка, два плитка. Чё, как в магии, я первый ходил, когда проигрываю. Нормально, земелька. Тебе надо еще одну земельку, будет титаны. Плюс под протектом, все замечательно. А, озбук. Паладин озбук. Давайте мы убьем узбук сразу. Че, неужели там будет протект? Я прогнал. Надо бы убивать сразу. Да, надо было затапанного убивать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Как всегда, я туплю сильно. Ладно, зато мы теперь под этого отдадим. Что, если плюс три все равно, да? Ну да, с птичкой. Блин, придется нам птичку менять, а то он нахиляется. Давайте тогда уж. Знаешь, что там еще один... Нет, не пойму, что там у него. Еще птичка, ё-моё. Будут птички ходить в атаку. А протекты мы с вами израсходовали от титана. Ну ладно, да то там 3-3 бы нам с первой атака бы дело надело бы.
На самом деле, на один тоже надо было ходить в атаку. Лишний урон никогда не помешает. Ну, придется отдать. То есть все Flying Charge получат. Да, улица намного лучше. Мы сейчас будем просто крич выставлять. Надеюсь, мы его просто перегоним. Конечно, очень опасно. Flying Charge. Не, здесь этого нету так. Я не выложил соло дек, поэтому... Ты можешь посмотреть в этом. Все дек-листы в официальном дек-листе турнира. Мой и мой там можешь найти по нику, если хочешь. Еще плита, да? Ой, аутсбук еще один. На 5, да? Фух, мы что-то близко. Сейчас смотри, чему зайдет. Сейчас раз плита. О, второй Дрейк. Да пусть бьет, нам что, жалко? Теперь у всех флайинг и чарж. Ему надо двоих избавиться. Ух, отъехали нормально. Нам просто приперло титаны. И вначале куча протектов из всего. Бррррр. Ладно, раздача была хорошая у нас. Хотя у меня тоже два дракоши, блин. Ладно, пока мы не слуху ему проиграли, это уже радует. Я думаю, я менять ничего не буду, меня все устраивает. Хоть раз первым сходить, опять он первый. Ну что это такое, ему даже на это везет. Давай кипнем. Нет, 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 нет. Деклист, посмотри, все в деклисте есть. Я скинул деклисты, просто деклисты всего турнира. Просто ищешь Кризалию через поиск Ctrl-F и мое имя вбиваешь, и находишь. Если найдешь, потом скину, конечно. Причем я даже не хочу, чтобы он варкраил, поэтому я сразу его буду салить. Да, второе сало приехало, это радует. Давайте я пока поставлю второго. То есть у него там может быть раскачка, поэтому я в атаку вот этим не пойду. Соответственно, если у него будет пушечка, мы пропустим, хиллером снимем с него протект и потом ванквишем еще сделаем. Или нам по воздуху лучше атаковать? Можем ли мы с вами много пропустить?
Ой, я не знаю, что там у тебя происходит. Погоди. Так, можем ли мы его пропустить? Или лучше стоять в дефе вообще? Давайте мы пока в дефе постоим, причем именно вот... Вот этому дадим. Дадим именно вот этому, потому что этого могут убить ванквишем. Соответственно, нам надо, чтобы он поэквипил эту птичку, и мы бы ее убили через хиллера плюс ванквиша. Хиллер, конечно, может 2-5, но по земле нам 3-3 все равно бесполезно. Нам воздух надо отбивать. Да, у нее что-то есть, поэтому... Да, у нее все правильно, не заблокали. Temple Scribe, да? Temple Scribe. Давайте поставим маршала, потому что если есть у него ванквиш, пусть лучше он убьет нам... Хотя... Нет, давайте сейчас подровимся. Все-таки маршал с землей охота. Валькирия, да. Валькирия, мы посадим 3-3. То, что протект мы вот в этого хотим кинуть. Плюс 3 хила и убить ванквишем, если он захиляет. Так, нам еще титаны для полного счастья. Озвук. Даже пойдет в атаку. Пусть пускай идет. Да, пускай идет в атаку. Я не буду блокать. Я не хочу меняться с этим. Протект или не протект, но мы узнаем с вами, да? Давайте сразу посмотрим. Хотя, тот будет 5-5, в принципе. Давайте сразу посмотрим, есть ли протект, либо нет. Есть протект. Три-шесть оставим в блоке под вот эту птичку. Хотя, да давай всеми рискнем. Нам еще чуть-чуть бы времени, и все будет нормально. У нас титан есть, маршал есть, хиллер. Хиллер, хиллер, хиллер. Давайте снимем сразу, потому что мало ли что. Мне не нравится на нем протект. Нам по земле опять 2-5, по земле нам совсем не нужен. По воздуху что-то. Ну ладно, мы еще разок пропустим, потом отблокаем. Ага, аусбук. Ладно. Неплохо. Еще птичка. Так, тут нас по воздуху не так уж много. Давайте мы сначала зарампимся с вами. Сейчас главное будет, если будет плита под озвуком, это будет очень опасно. Нам нужны ванквиши. У нас или... В принципе, ванквиш, две валькирии. Еще две валькирии, три маршала, три ванквиша есть. 5-5, плюс раскачка 8-8, а если две раскачки... Отдавать всех сразу. То есть, может быть, он 8-8 с нами, правильно? 8-8. Давайте попробуем, рискнем. Хотя нет, там будет один торч. Давайте попробуем, может быть, это большая ошибка самая моя. Сейчас две раскачки, мы все потеряем. А возможно, он блефует. То есть две крички за кричу раскачку я отдам с радостью, потому что у меня титаны и все нормально будет, теоретически. Может, конечно, быть торч раскачка. Надо было сюда давать еще хп, да, хиллером, а не снимать этот бесполезный аегис, когда пришла еще одна скричка с аегисом. Наверное, стоило снимать аегис, когда у нас на руках что-то есть, ванквиш или еще что-нибудь, или маршал. Ладно. Хорошо. Блеф его не оправдался. У него еще один быстрый заклинание какой-то есть.
Кстати, на самом деле я неправильно сыграл. Надо было сначала всеми летунами пройти в атаку по нему. Да, надо было сначала нам летунами, 3-6 летуном ходить в атаку. Потому что он его все равно не убивал. Или с раскачкой убивал. А потом уже титана ставить. Хотя не знаю. По идее, нам еще 3-2 хода, и мы заультим Iron Thorn'ом. Можем спокойно стоять. У нас два летуна. Блокирует летунов. Что он будет, наверное... Кого? Титана, чтобы летать? Да, титана, чтобы летать. То есть 3-3. Давайте посмотрим, что у него там. Два блока или не два блока. Две раскачки или не две? Раз. Будет ли вторая или нет? Нет, не будет. Я думаю, можно спокойно ходить вот этим теперь уже в атаку. Он нам уже так не сильно нужен. Соответственно, 1-1, маршалу мы ходить. Хотя маршалу можно сходить в атаку. Что он сделает маршалу-то, да? Трипл блок. Нет, не хочу. Сходим одним титаном в атаку. Все-таки пятерочка это нормально. Сейчас надо до плиты успеть. У него раскачки нету, да? Ведь все быстро прошло, поэтому спокойно. Блокаем маршала, мы не переживаем. Я думаю, мы можем ходить вот так вот в атаку. А можем мы всеми ходить с вами? В принципе, да. Да, ему титана надо блокать. Одного хиллера мы отдадим на самом деле. Да, и топовый чувак на Ракан, да, то есть. Да давайте по земле просто всеми пойдем. И все. У него 12 хп, у нас 23. Он может 1-1 или в один блокать валькирией. У нас хотя бы вот эти лишние все равно пройдут. Да, мы спокойно ему отдадим вот этих двух. Ну, конечно, может быть, это была моя сильная ошибка, но... Все зависит от того, будет ли плита или не будет. Если будет плита, будет дикий отхил отсюда, геймблейд. Это уже хуже. Мы ходим на 8 в атаку. Еще один дополнительный. Конечно, будет на 6 хиляться, но у нас все равно. Блин. Нам надо теперь что-то придумывать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сейчас нас эта птичка запилит. Я дурак, не дал ей, кстати. Дал валькирии раскачку, разменяли бы раскачку, пофигу. С нее надо было снимать аегиста. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, второй озбук, черт. Ё-моё. Придется сейчас отдавать. И надеяться, что у нас будет